Добрый день. Мы хотели тут рассказать про такую ситуацию с моим товарищем. Значит, нам попал на ремонт Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 лошадиных сил. Двигатель FMBA. FMBA. Мы отремонтировали движок. Замена движка произошла. Вот. И мы взяли просто по привычке те форсы, которые стали на том движке, вот эти вот, EGDR 2.0101Z, тут просто немножко затерлось, но они, можете мне верить моему слову, они с такими вот ограничителями, то есть с такими шайбами ограничителями резиновыми. Вот. Мы их думаем, ну, сейчас ставим рабочие форсы, бумс, в 4 котла, они, короче, не закручиваются. В чем ситуация? Оказывается, что этот движок, который 130 лошадиных сил, который мы сняли, и поставили движок с головкой 115 лошадиных сил, двигатель D6BA, его маркировка. Тоже Ford Mondeo, в принципе, 2.0, только 115 лошадей. Оказывается, у них форсы, то есть разные. Они вот такие, они по длине идентичны, то есть по длине. Но вот распылители у них вот такие вот короче, видите, вот. Если, допустим, вот поставить, допустим, вот так вот по распылителю, они короче. Но если, допустим, выровнять их вот так вот форсунка к форсунке, то форсунки, в принципе, по длине один в один. Но гайка, видите, как бы эта гайка закручивается туда внутрь, да, вот за резьбу, то ли, да? Да. А это, как бы, видите, гайка, она накручивается как бы сверху, то есть как бы это выпукло сюда, а там впукло туда внутрь. Вот. Ну и распылитель, видите, как видите разница вот? На вот эту вот разницу, вот эту вот, вот этот вот кусочек. 6 миллиметров мы не могли закрутить форсунки. Мы, конечно, честно скажем, там, мы для того, чтобы только завести, что работает машина, мы поставили шайбы, конечно, с товарищем. Завели машину, работает, все хорошо. Но глохнет, работает нестабильно, что-то то есть букает, вот, дымит. Подтравливало, конечно же, под шайб, не было компрессии, соответственно. Но мы только для того, чтобы проверили, заводится или не заводится. То есть живенький двигатель, а не живенький. И вот мы купили вот такие форсунки, вот. Они под маркировкой 4SMQ 9K546BD EGDR 2.0504Z. Сейчас, чтобы резкость была. Есть, да? Они же 502Z подходят сюда и 501Z. Все с короткими распылителями, те, которые подходят на эту машину. Они, по-моему, даже сразу эти форсы идут на Ягуарах. Потому что мотор 2005 год. Да, и моторы разные. Тот, который FMBA был, у него 2-го года выпуска мотор. А этот, после это и сталинговый уже, у них вот такие новые форсы тут, то есть 504Z. Вот. Обратите на это внимание, не попадите, в принципе. Вот. И, ну, всем удачи. То есть, будьте внимательны, читайте форумы. Вот. Ну, вот такие вот форсунки, вот такая вот история. Видите, вот даже вот невооруженным глазом видно, что 6 мм мы замеряли с товарищем штангенциркулем, то есть видно, да? Да. Вот так вот. Всем удачи, успехов. Любите свои машины. Пока. Ту форсунку покажи. А, еще сейчас, секундочку. Хотел еще показать одну форсунку. Тут, правда, маркировка стертая была. Но я, верьте моим словам, я там видео подпишу потом. Вот форсунка еще такая есть. Они тоже очень похожи с этой. То есть тут нету ограничителя, как на этой. Вот, видите, ограничитель, тут нет ограничителя. Тут есть ограничитель, а тут тоже так, та же самая нету. Но опять-таки, это маркировка EGDR 2.0301Z. Вот это вот. И она тоже не подходит. То есть, видите, это вот тоже самый, как бы, кусочек 6 мм не подходит. Но с этой форсункой, вот с этой, которая с ограничителем, они идентичны, один в один. То есть, их можно ставить на двигатель FMBA 130 коней. И нормально. То есть второго года имеется в FMBA. То есть. Так что как бы покупайте родные, потому что, ну, короче, мы попали в такую ситуацию неприятную. Ну, опять-таки, форсы рабочие, они кому-то пригодятся. Значит, EGDR 2.0501 504Z, EGDR 2.0101Z, EGDR 2.0301Z. Просто здесь без маркировки вы мне можете верить. То есть они идентичны с 101, но не идентичны эти обе форсунки, этой форсунки 504Z. 115 лошадиных сил. Все. Понятно рассказал?